Ну, сегодня я расскажу, как закачать свое видео на сайт lunest.ru. То есть, есть у некоторых проблемы. Ну, вот, допустим, открыли вы, да, ваша страничка, допустим. Ну, я открою страничку AutoCard, да, когда его видео я еще не выкладывал. Ищем видео, любое видео, какое вам понадобится. Ну вот давайте покраска автолаком, да? Выбрали видео. Либо вот здесь можно снять ссылку. Сейчас я остановлю. Либо вот здесь можно ссылку, нажав правой кнопкой по экрану и копировать ссылку, да? URL. Вот она выскочила, правой кнопкой нажимаем, копируем. Либо эту ссылку, это ссылка на канал. Да, вот здесь вот копируем. Вот скопировали. Все, можете закрывать. То есть переходим на портал. Вот, открыли сам сайт, да? Здесь есть вкладка «Видео». Вкладываем «Видео». Открываем. Вот эти уроки гаражного ремонта от Олега Нестерова. Сюда вы ничего не сможете вставить, как бы это мой личный уголок. Но все вы сможете просмотреть. Здесь у нас есть вот ремонт кузова, ремонт бампера, ремонт салона. То есть, вот, что вы хотите узнать, да? Здесь вот есть автоликбез по окраске. То есть, тот ролик, где мы красим лаком, у нас больше подходит сюда, да? Нажимаем. Вот, мы попали на эту страничку. В правом углу, вот, вы видите, добавить ролик. Нажимаем. Здесь загрузить видеофайл, добавить по ссылке, добавить по коду ролика. Добавляем по ссылке, нажать. В буфере обмена у нас, как вы помните, мы скопировали ссылочку с YouTube, да? Вставляем ее сюда. Левой кнопкой мыши нажали, получилась такая палочка, да, курсор. Теперь правой кнопкой нажимаем, получилась вот такая табличка. Нажимаем «Вставить». Вот, ссылочку вы вставили. Это еще не все. После того, как вы вставили ссылочку, получить данные ролика, нажимаем. Выполняется анализ получения данных. Вот здесь описание ролика, да, и проматываем вниз и нажимаем начать, начать грузить ролик, да. Вот ролик успешно появился на моем сайте. То есть теперь я могу им поделиться, допустим, ВКонтакте. Вот если хотите поделиться ВКонтакте, то есть на ваш ролик зайдут ВКонтакте, поделиться в Фейсбуке. Нажали на Фейсбук. Дождались, когда у вас появится картиночка вот такая, да? Нажали поделиться. Картиночка ушла. Поделиться на Mail.ru, допустим, также. То есть во многих соцсетях, в которых вы зарегистрированы, вы можете поделиться. Твитнуть можно. Твитнули. Вот это карандашик, это живой журнал. Ссылочка. Тоже в живой журнал вот тут вот надо вниз перелистать немножко, отправить на страничку. Сейчас немножко грузится. Все, отправили, ссылочка появилась. Ну, вот, в принципе-то и все.